Реконструкция автодороги от Рау-Астрахань близится к завершению. Сейчас там укладывают последний верхний слой асфальта. Задействовано больше 600 рабочих и порядка 400 единиц техники. Объект сдадут в эксплуатацию в этом году, так сообщили в пресс-службе Министерства транспорта. Напомню, общая протяженность дороги, которая подпадает под реконструкцию, 212 километров. После завершения всех работ время пути по этой трассе сократится до 3 часов, а интенсивность движения вырастет на 75%. Сейчас пропускная способность дороги 5000 автомобилей в сутки. Глава отраслевого ведомства посетил Атрауский регион и ознакомился с ходом реконструкции.